Зима не должна застать врасплох. Подготовку к осенне-зимнему сезону и состояние ЖКХ обсудили на совещании с председателем правительства региона Абдулфатахом Амирхановым. В селах и городах республики заменили более 50 километров водопроводных и 21 километр тепловых сетей. Проведены работы по подготовке более 1000 единиц трансформаторных подстанций. На встрече отметили, что выделят 78 миллионов рублей для ликвидации аварий и неисправностей, возникающих на объектах ЖКХ в отопительный период, и более 105 миллионов рублей на проектно-изыскательные работы по модернизации ветхих котельных и тепловых сетей в Кизилюрте, Дагестанских Огнях, Хасавюрте и Каспийске. В Махачкале планируется установка 15 блочных комплектных трансформаторных подстанций.